Военные официально отказываются давать комментарии по поводу событий, последовавших пленению Юрико. Впрочем, нам известно, Юрико Омега сумела освободиться и теперь находится в бегах. Но где же она сейчас? Военные молчат, даже если и знают. Наверняка ясно одно. Где-нибудь, когда-нибудь, она точно объявится. И когда это случится, пострадают сотни, возможно, тысячи, а то и миллионы невинных людей. Астерикс. Они полагают, что Юрико хочет вернуться? Кто бы знал, Тед. С момента побега о ней никто ничего больше не слышал. Благодарю вас, Бренда. Невероятно. А сейчас слово Молли Макфарланд. Прямо с Sunshine Mall, где происходит открытие нового поля для гольфа. Новое поле для гольфа. Не покажет, да? Идзуми, я иду. Она вернулась. Она вернулась. Войны, убейте я. А чё вы? Приняли? Еще больше жертв. Блин. Убейте всех. Поясня. У меня такие долгие откаты, подожди, а у меня прокачка всегда остается 1-1. Один. Не убивай меня! Да в смысле? Вы сами на меня нападаете. Во. Ни хрена вы куда погнали-то? Я бы и не убивал, если бы не нападали, чё? Чё? А, вон там еще люди. Давайте, резня, резня, резня. Один выжил мой. Ага. Так, куда идем? У нас есть... Юрико, найди лифт к лаборатории Симады. Старые счета за причиненный мной ущерб. Война. Несколько миллиардов йен. Но они все-таки решились отстроить это место заново. А чё, а в очко? Чё мы берем? Начнем все, что есть. Нужно лифт найти. Так, мне на вас пофиг. Подходим! Всем отступать! Ё-моё. Слишком сильно! Ё-моё, а чё у вас так? Подожди, а куда они убегают? Эй, где? Люди, умираем. Забавная компания, жаль, короткая. Ну да, такая необычная для серии игр. Данный. Тут бочка была, лови. Я все равно ее воспользуюсь. Иди, за меня. Ты умираешь. Куда идем? Че тут просто мини-карту не сделали, а? Нажимай скип, чтобы карту посмотреть. Да люди убежали. Ё-моё. Ё-моё, чё со мной? Кто меня колбасит? Верьте, у вас... Блин, я еще и кидать их не умею. Вот это проблема, конечно. Я могу их только вырубить. О, там кто-то еще пришел. За меня хотите повоевать? Могу в них фигню кидать. Не всегда много фигни. Людишки! Жаль, что людишки не убивают людишек. Ну так а что нападаешь-то? Не касался, значит, не касайся. Хотя, может, я должен быть резней. Я убью всех. Вы все виноваты. И умрут. Опа, где-то я такое видел. А, блин, ловите. Там... А, их там две. Лови. Это что там такое? Что за подозрительное? Не дают мне воспользоваться способностями. А, вы придумали-то. А сломать их можно? Можно. Ну и чё ты сделаешь? Ну сломал я тебя. Подожди. Ну, а во.
Вот вы будете за меня, а ты умрешь. Чудесно. Лови. Мам. Все по карте. Там вроде по этим сторонам можно походить. Люди! Ха-ха. Кровавая банька. Ой, у меня синобики. Хотите умирать сами по себе? Так, вот это мы берем. Досье на имя Григория Зелинского, эксперта по квантовой физике и полного психа к тому же. Псих. Откуда они с Симадой знают друг друга? Ой, псих. Мы берем себе... В чем разница? Нам добавляют время действия. И все. Плюс 2 секунды. А здесь что? Еще плюс 2 секунды. Фигня какая-то. Есть бочка. Поддержка с воздуха прибыла! Ё-мо, поддержка с воздуха. А, я сам себя захреначил. Чё, поддержка с воздуха? Ну, поддерживаем, да. Опа, тут мы ломаем. А тут нету фигни, да? Жалко. Вот это вот всё-таки такое. Нихрена ты, протоночка. Как никак сама себя убить пыталась. Не переживай, я тебя остановил. Ой, что-то такое. Ай. Я могу тебя взорвать таким образом? Ну, взрыв сквозь стенку как-то прошел, в принципе. Их удивляет моя устойчивость к боли и физическому ущербу. В настоящий момент они пытаются выяснить предел моей прочности. В настоящий момент. Ладно. Возьмем больше людей. А здесь что? Ничего? А вон тоже ничего нет. Ё-моё. Вот что началось. Юрико! Так. Зачем ты вернулась? Эй, это не я сломал. Я остановлю тебя. Это не я сломал. Я смог. Продолжай, Юрико. Один из этих лифтов точно работает. А, ну ясно. Меня типа заставят пройтись по всем, да. Для начала. Он взорвал лифт. Надо найти другой. Лифты. Ну, это классика. Блин, тут так долго далеко идти, надо... Надо, наверное, все-таки качнуть этот щит, просто потому что там скорость есть. А тут долго ходить туда-сюда. Нет бы тэпнуть еще в начало, а... Бы и нет. Бы и нет. Вниз пойдем. Там резня, наверное, будет веселая. О, человек. Что ты тут делаешь? Ууу, ребята. Всех тестирования роботов. Владыки, они на месте. Так, показывай. Нихрена, нихрена. И чё дальше? Вау. А я и буду атаковать? Да, буду. Что делаешь-то? Оп, 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 оп. Они сдохли. Отдел планирования захвачен. Захвачен? Ё-моё. На, он меня вбегает. Они все тут бегают, как чокнутые, да? Сейчас оттуда кто-нибудь вылезет, нет? Они просто тут ходят туда-сюда, подожди. А, отдел клонирования, вон там мои копии ездят. О-о-о. Черти, охренели совсем? Лови нахрен. Не-не-не-не-не-не. Ты будешь за меня. Ты поймаешь бочку. Вы умрете.
Все решено. Это хрень бесполезная. Что здесь дают? Список доноров этого проекта и приглашение на своего рода банкет. Странно. Жмут меня. Почему я такого не получила? Ну, наверное, тебя не приглашали. Да, скорее всего. Куда пошел? Ну и иди нафиг. Ну, понял. Бам. Мои копии. Так, пикай. Не понял. Так вот, где они занимаются клонированием. Здесь могут быть сотни меня. Ого. Хоть не ее. Так, у вас скорость есть? Ё-моё, ребятки. А чё вас тут так много? Ему сотни, тысячи. Ему тысячи, десятки тысяч. Куда полетел-то, ё-моё? Подожди, они откуда все выходят? Они слева откуда-то выходят, ё-моё. А чё вас тут так много? Что здесь происходит, нахрен? Так, вам ГГ, ребят. Вы явно что-то перебор делаете какие-то. У вас слишком много выходит. Запихивайся обратно, давай, залезай. Падение. А лови ты. Я пол хп я могу так сбить. Ну и ладно. Вроде уже все сломано. Так, чё? Обязательно стоять и получать кольцо? Мы взяли Идзуми, возьмем и тебя. Мы взяли Идзуми. Меня убивают там нахрен, алло. Меня уничтожают. Продолжай, ты почти у цели. Черти, вы охренели совсем? Что опять? Здесь должен быть другой лифт. Да, еще один раз так точно будет, не переживай. Блин, я всех моих людей уже убила нахрен. А нет, один живой. Вы не бегают туда-сюда, а? Вы чё, крутые? Пошёл нафиг, взлетай. Давай это, воздух. Полёт. Полёт, я сказал. Ну и пофиг на вас. Ай. Парина, лови ящиком. Это что такое, мне бочку вернули? Пофиг на вас. Крутые бегающие железяки. Так, теперь пойдем налево. О, снобики. Чё вы взяли, убили моего человека? Нано-лаборатории. О, это мне? Моих-то не убило, кстати. Хорошо. Ё-моё. А чего вас так много? Падай, падай. Отомстите? Кто отомстит-то? А, они перестали быть за меня. Ребят. Ребят, а вы чего? А вы чего, ребят? Вы же за меня были. О, вспомнили. Вы... Ё-моё, это что тут такое? Все эти комбайны будут воевать против меня. Что происходит? Ловите комбайны. А чё, кого качнулся-то, а? Чё делаем? Меня прессовать начинают потихонечку. Куда они стреляют? Зачем они сюда стреляют? Из-за меня. Они его раздавили. Они его раздавили. Так, ну ты бы лучше разрядился просто. Ну ты, блин, а попробуй догони, да? Падай. Ё-моё, а чего вас так много? Вот, такое я видел. Пойду похилюсь. Мы горим. Да вот не надо. Так, там опять-то фигня. Бахать ее.
Я не попал. На и пойку. А все равно быстро ломается. А вы можете быть за меня? Вперед. Ну да, да, еще один нит будет сломан. У меня нет выбора, дитя мое. Я должен убить тебя, иначе всем будет хуже. Ну так попытайся. Юрико, ты уже совсем близко. Разве? Так, ну ладно, надо... Это уже не смешно. Не замуровал же он себя? Ищи последний лифт. Реально. По-любому не замуровал себя. Пока что. Пока что не замуровал. Чё? О нет! Я бочки не взорвал. Ой, а чего вас так много? Не хотите бам? По спинам, по хребтам. Надо было бочки брать, конечно. Ну и ладно, вот, лови. Подарочек. Слушай, ангелы это имба, их же никто не убьет. Ладно, кое-кто может. Но это... Возможно, они никогда не умрут. Падай. Падай. Так, я где? Я золото сломал. А вот, один ангел уже и умер так-то. Нихрена у вас залп на руки. Блин, они топовые, они мощные. Не постреляли моих ангелов, черти. Кто позволил-то? Внизу по-любому там есть то, что мне надо. Вот оно. Похоже на травмпункт. Скоро тут будет много пациентов. Пациентов. Ай. Они сами себя убивают, блин. А чем вы сами себя убиваете, чокнутые? Так, ну больше мы брать не будем. Я бы хотел вот эту подкидку посильнее взять, а то... Жалко, что я не могу убивать. А, блин, они по КД появляются. Что вам надо? Давайте за меня будете. Будете за меня, чё вам? Чё делать? Не хотите же вы по приколу? Неприятности, это неприятно. Пахай его. О, нормально. На. А, неплохо, они же людей убивают. Звездочками там еще фигней какой-нибудь. Так, ну да, мне может и не надо даже. Да, может тут что-то и происходит. Ё-моё, а че вас так много? Это мне, да? Спасибо. Бахай. Во, бил. Похоже, теперь в попытке подавить мои пси-способности они делают ставку на ингибиторы. Посмотрим, что будет дальше. Ингибиторы. Так, и это дает мне больше подкидывания. Это что мне дало вообще? Тип стандартные боевые единицы, малогабаритные боевые единицы. Крупногабаритные боевые единицы. А, прикольно. Теперь я могу средненьких подкидывать. Четко. Хрень. Но этих я не могу. Люди, вы за меня были, забыли, что ли? Видимо, забыли. А, давай, жахни себя. Жалко. На пофиг на эту фигню, просто обойдем ее. А! Предатель! Как посмел ты? Вот и умри. Так, ну и, собственно, здесь тоже проход есть. Он открытый? Что здесь происходит? А, это рудный отсек. Проблемная дичь. Давайте вы все поумираете тут. Ха-ха, расстреливайте сами себя. Проблема в том, что я могу не уйти и подохнуть. Надо бочки в них кидать просто и все. А вот вам бочки.
Не знаю. А, они так-то что-то охраняют, да. Не надо. Чего ловите? Это мы берем. Куча военного оборудования с этого склада пропала на Сахалинских островах. У кого-то будут проблемы. Оборудование. Так, что мы делаем? Силу атаки или здоровье? Давай здоровье. Кто-то еще живой остался? О, я всех убил. Yes. Так, и мы идем туда. Ах ты тварь. А, этих роботов я все-таки не могу, да. Жалко. Так, люди, вы за меня. Давайте вперед, в атаку. Эту фигню я даже не пойду. Я заблокировал путь. Нам ее не остановить. Слишком сильно. Да, пошли-то, а. Вот все сдохли. О, что это? И такое упало. Да, они убегали. Давайте. Давайте прятаться. Лево справа что-то есть. О, это мне надо. Какое страшное место. Должно быть, это камера Идзуми. Что там было? Какие-то пиктели тут. У меня тень пиктельная. Так, люди, вот вы точно за меня. Ангелы, это здорово. Мы берем 7. 7. Радиус поражения 7. 7 людей нам надо. Заметь, я не заставлял тебя нападать на себя. Всего лишь создаю себе армию. Что делаете, люди? Умирайте. А куда ты идешь? Ты слишком далеко зашла, а? Юрико. Прятаться бесполезно. Так, погоди. А там разве больше ничего нет? Давай еще поищем, что происходит. Прятаться негде. Тут же наверняка еще есть какая-то штучка, да? Я не знаю. У меня еще нет 3 способностей. Возможно, оно всегда на количество способностей равно. А может и нет. Не должно быть, конечно. А может и должно быть. Где-то еще может быть. Где-нибудь вот в таких комнатках. Ой, это кто? Это явно не мои. О, вот здесь вот еще есть. Отчеты об Идзуми. Живучесть 5 с плюсом. Концентрация 4 с плюсом. Послушание 5 с минусом. Сила 3 с плюсом. Сила 3 с плюсом. Мы возьмем щит или 50% урона. Так, ну тут, в принципе, больше нечего делать. Ой, пошли. Получается, Идзуми слабая. Охренеть, они людей наделали. Ну как наделали, так и разделаем их. Находим. Нам любой враг вышел. А? Мы почти вместе. Это мой вышел. Интересно. Нанял юнитом. Опа. Ё-моё, у тебя тут бушки. Я создал вас обеих. Вы же одинаковые. Вам нужна лишь власть. Зачем ты нас создал? И уже никто не сможет защитить вас. Как ты бошки под землю запихнул? Симада, а теперь вам ГГ. Я убью вас. Я теперь вам ГГ. Вам всем ГГ. Я не могу себе людей добавить. Ума эту хуйню. Мне же надо просто чела убить, да? Нет, это ужасная ошибка. Тихо. Я буду жить, пока я буду жить. На 2 бочки. 2 бочки. Надо хилиться. Не жахают, а потом бахают.
На ложах потом бах. Чел. 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 Чел, не хочешь умереть? Я могу защитить тебя. Чел. Чел, тебе надо падать. На помощь! Кто-нибудь, помогите! Что значит кто-нибудь, помогите? Не хочешь полететь? Я хочу его жахнуть. Лови! А, блин, не поймал. Ну и что ты сделаешь, а? Что ты сделаешь? Блин, жалко, я в него ничем кинуться не могу. На, лови. Ах ты тварь. Лови! А, ему пофиг на этот урон. Блин, надо хилиться. И что это такая имба? Надо бошки уже убить. Не задолбали меня. Падай, башка. Блин, бошки падают быстрее, чем буревестники. Чему нет говно? Ты тоже падай. Башка хреново. Все, победа. Я победил. Ха-ха. А ты лох. Сдох. Ёлка. Он бегает тут туда-сюда. Хочешь поймать стол. Он хилиться умеет. Вертила, хоря бегать. Мы тоже бегать умеем. Блин, а как в него фигню какую-нибудь попасть? Лови вот. Да ё-моё, он воняет слишком жестко. Эта фигня тоже его не дамажит. Заимбовик. Хоря бегать. Прими свою смерть. Лови прожектор. Вогнутый. Тормозни. Лови столы. Всё, тормознулся, теперь умирай. Ха-ха, сдох. Я свободна. Наконец, я свободна. Да? Спасибо. Юма. Мои силы, они возвращаются. Что до тебя, ты не всегда была сильнее меня. Юма. До того, как доктор запер меня, потому что не мог мной управлять. Я была сильнее, и я снова стану такой. Это угроза? Из нет? И это благодарность? Охуел? Какой-то имбин только играет. И это благодарность? Что делать надо? Ты всегда была любимицей Симады. Я не понимаю, что мне нужно против нее делать. Я убью тебя. Понимаю, способности надо на постоянке разряжать. Еще ведь надо дыхаться от чертей, которые на тебя нападают. Они, блин, размениваются один в одного. А, кстати. Люди, видимо, большое значение имеют. Ты освободила меня. Теперь я освобожу. А только тобой там закидывать. А что-то вроде человечек сейчас ее неплохо продамажил. Мне, правда, людей надо найти для этого дела. Надо, чтобы она больше призвала, и я их поймал как-то. А не убил, желательно. Она сдохла. Ага. Ты труп. Знала бы ты, чего стоило тебя найти. О, нет. Деньги. Юки-то за что все? Что делать?